Привет всем зрителям и подписчикам канала. Продолжаю я для вас прохождение игры Макс Проклятие братьев. Ну что, бро, ты готов? Видишь? Да. Вот тебе и первый глазик. До свидания. Так, снова. Ага. А, секрет. Ну что ж, ради секрета надо как попасть наверх. Немножко не так я сделал. Так. Давай, бро, снова падай вниз. Так, убери свои шипы, пожалуйста. Да ну ёлы-палы, ты шипы уберешь свои или нет? Походу не уберет. Ладно, я смогу перепрыгнуть. Отлично. Спасибо, текстуры. Вы всегда выручаете. Вот так вот. Так, и что будет, когда этот чел его схавает? Если... Классно! Ну, что я могу сказать? Выглядит довольно занятно. Так. тихо, только не падать. Не падать, бро. Оп. Отличная работа. Так, два осколка из 18. Так, сей, наконец-таки, свет пробился через дом ко мне, поэтому придется шторку закрыть. Если вам стало меня плохо видно, хотя, я думаю, вряд ли, ну, все может быть, то уж извините. Так, надеюсь, там туда наверх мне не надо. Да, вроде бы нет. Так. Но нам бы такой трюк пришлось бы провернуть в любом случае. Иначе бы мы сюда бы не попали. Так что это все интересно. Так, чтобы пройти дальше, надо опустить мост. А чтобы его опустить, придется подняться наверх. Так. Леди, душа, скажите что-нибудь. А, ясно. Разве я не гений, а? Так, ну, это все.
давай так попробуем. А, я понял. Все-таки с разгоном не доскакивает. Ну тогда ладно. Давай так. Попал. Что ж, неплохо. И что, мне вот так прям вниз и падать, что ли? Я ж убьюсь так. Но другого выхода у меня нет. Обалдеть, я живой. Так, и по-прежнему у меня еще 3 глазика остаются. Надеюсь, я их не пропустил. Но внизу я вроде бы не вижу ничего. Ну ладно. Что ж. А, ну да. Глупо было на это рассчитывать. Опять эти доски. Угу. Ясно, значит мне нужно каким-то макаром притянуть этого чудика к этой сосалке. Ну, в принципе. Ага, а вот и нужный мне глазик. Так, ну давайте сначала раз и навсегда мы с вами решим вопрос с ящиком. Тут сразу понятно, что с ним делать. Так, и теперь второй момент. Ну, как-то так. Как я и сказал, на данном этапе все довольно просто и очевидно. Ну, не надо думать, что так будет всегда. Я в игре «Мальчик и его капля» тоже изначально думал, что все у нас будет довольно просто. Шмык. Так, то есть один глаз я все-таки пропустил, да? Интересно, где же я все-таки это сделал? Потому что я, если честно... Феликс, я тебя спасу! Ну ладно. Но если честно, интересно, где же глаз-то? Да, не стоит в этой игре быть невнимательным. Как оказалось, глаз-то я пропустил, сразу пойдя вперед. А второй глаз-то у нас был здесь.
Вот такие дела. Ну, теперь, ребята, продолжим с того места, на котором мы остановились. Ну, что ж, продолжаем. Не помню я точно, мы тут остановились или нет, но, наверное, тут. А может, и не тут. Ну, как бы то ни было, все равно мы движемся к финалу. Воу, данного уровня. Такс. Ну тут довольно все просто. А что теперь? Спасай. Фу. Кто вы? Взгляни на это. Мои глаза следят за моим миром! И сегодня мой дух овладеет твоим телом! Вечная жизнь! Мак с тобой разберется! Мой зверь разберется с Максом! Такие дела. Такс, и что у нас тут? У нас тут 4 снова злых глаза и один секрет. Что ж, постараемся, как обычно, все найти.